Я зашла в Качинелли. Здесь моя сумка, но стоит она 10 тысяч, чуть больше 10 тысяч. Смотрите, такая же самая, как у меня. Вот. Классная здесь, конечно, сумки продаются, очень красивая. Вот. Надо как-нибудь снять видео о сумках. Ну, в этот раз видео про вещи. Зайдем в Манго с вами. Такие вот стеганые сумки в Качинелли продаются в виде бочонка. И вот такие, смотрите, какие необычные модели. Так что, если вы вдруг любите этот бренд, советую зайти. Классные модели продаются. Спокойные бежевые, такие молочно-белые. Кроссовочки тоже здесь в продаже, кошельки. Не знаю, девчонки, расскажите, вы носите кошельки? Что-то в последнее время все меньше и меньше беру свой кошелек. Когда особенно маленькая сумочка, выложишь все самое необходимое. И обхожусь как-то без кошелька. Ну, красивые, конечно, кошельки, ничего не скажешь. Вот эта сумка тоже симпатично смотрится. В Океан Плаза, Ocean Plaza, вот есть у нас такой магазин. Здесь пальто продаются, шубы очень яркие, есть необычные модели. Так что, если вы хотите что-нибудь меховое такое интересного цвета, то можете заглянуть вот в этот бренд, в этот магазин. Из Асерана здесь мне понравилась вот эта куртка. Иду мимо, думаю, ну посмотрю, что же в витринах этого магазина. Тоже очень классный бренд. И вот еще такая интересная одежда продается. Вот такую жилеточку вполне можете сами связать, девчонки. И вот с поясом, с каким-нибудь, какой у вас есть, вот так вот сверху платье надеть, и у вас получится очень трендовый, модный лук. Вот. И вот мы с вами дошли до Манго. Здесь уже оформили витрины, я смотрю, очень много осенних луков составили. Расскажите, какая у вас осень? Очень у вас холодно? Я в прошлом году свою шубу всего один разочек одела, такая была теплая зима. Не хочется сильных морозов, но что, будем терпеть то, что нам пошлет погода. Вот такие вот можно купить здесь товары Манго. Вот такие длинные пальто продаются. Это уже новенькое, мы с вами не видели. И смотрите, это видно какая-то коллаборация. Вот. 6000 гривен, около 200 евро. Я говорю из расчета, что 1 евро равен 30. Вот такие костюмы в виде куртки, рубашки и брюки такого же цвета. Давайте глянем, сколько эта вещь стоит. 3000 гривен, около 100 евро. Кажется, как будто рубашка, но здесь есть утепление. Так. Глянем сейчас брючки, сколько стоит. Брючки такого же цвета, 2300 гривен. Застрочено. Смотрите, это как-то будет держать форму этих брюк. Много джинсов. Сиреневый цвет подвезли. Вот такие рубашки тоже и длинные брюки. Брюки стоят 2300 и 1400 гривен. Рубашки такой фиолетовый яркий цвет, накладные карманы. Вот смотрите, тоже новая вещь. Вот стоит 6000 гривен, около 200 евро. Очень симпатичное пальто. Смотрите, необычные формы карман, застроченный так наискосок. Стоит такое пальто лавандового цвета 8000 гривен. Ух, смотрите, какое оно интересное. С одной стороны карман, второй повыше. И оно длинное такое. Как сейчас модно. Так, вот такие шахматные принт на этом жакете. Я все время вспоминаю «Ход королевы» сериал. Я думаю, они вдохновились этим сериалом, выпустили одежду с таким принтом. 3000 гривен, около 100 евро. Девчонки, я вам показываю только новинки, которые не видели мы в прошлый раз. Более подробно сниму уже в другой раз. Стоит тоже 3000 гривен. Вот такой вот, опять же, лавандовый цвет.
интересный такой. Смотрите. Укороченный. 1400 гривен. Вот такая рубашка. Здесь высокий манжет такой большой. И воротничок остренький. 3000 гривен. Вот такое вот платье. Здесь рукав очень длинный. Опять же, высокий манжет. Смотрите. Так что есть такие особенности, которые по чуть-чуть добавляются в коллекции. Они еле-еле заметны. Все равно идет какое-то изменение. Вот эти высокие манжеты. И манжеты на пальто очень часто присутствуют. Обратите внимание. И здесь же, опять же, смотрите, такой очень острый воротник. Так что достаем свои блузы с острыми воротниками. Будете очень модными. Стоит такая куртка-косуха с мехом искусственным. 3000 гривен. Вот. Черное и бежевое пальто без подкладки. Они всегда бывают в манго. Да, в принципе, в любом бренде сейчас можно найти. Вы уж, конечно, смотрите на состав, какой вам больше подходит. Это стоит 5000 гривен. И вот еще такие пальто. Написано, что здесь в составе есть шерсть. Значит, 94% органик коттон. 6000 гривен такие пальто стоят. Наверное, неправильные здесь. Хотя непонятно. 6% шерсти, что ли? В общем, девочки, на сайте нужно посмотреть. Вот смотрите, какая группа манекенов. Рассмотрим. Здесь брюки укороченные, укороченный жакет. Вот это пальто, принтованная блуза, геометрический принт. И такой же принт на платье. Очки. Короткие пальто стоят 3600 гривен. Это приблизительно 120 евро. Есть куртки стеганые, черные, темно-зеленый цвет. И такая куртка у нас стоит 2000 гривен, 66 евро. Вот такие кардиганы в виде куртки. Такой, ну, хотя, может быть, и можно назвать ее курткой. Но что-то очень плотный трикотаж. 3000 гривен стоит. Так что вот такая одежда сейчас у нас в манго. Это кое-что мы с вами уже видели. Это блузы по 1000 гривен однотонные и с принтом. Вот такие. Заметьте, очень много укороченных таких жакетиков. Такой темный, ну, средний. Нельзя сказать, что он темно-синий. 2300 гривен, 76 евро. Можно составить костюм. Вот такой вот жакет и брюки тоже есть. Такого похожего цвета. Так, сейчас посмотрим. Брюки стоят 1400 гривен. Что здесь еще интересно? Вот это платье мы на манекене с вами видели. Стоит оно 3000 гривен. Украшения симпатичные, вот такие сумки продаются, плащ, вот такой плащ стоит 4000 гривен. Вот что здесь еще интересное, вот такие вот костюмы, смотрите, длинная такая блуза или как ее назвать, эту вещь, кардиганчики, вот здесь и ромбы. И кармашки присутствуют, стоит 2000 гривен, 66 евро, поло. Есть такие же брюки, видите, здесь такой трикотаж. Черный костюм можно составить, укороченный жакет и прямые брючки. И вот такие молочные. Что здесь еще новенькое? Рубашки типа 900 гривен. Что мы еще с вами не видели? Вот вижу какие-то принтованные юбочки. Коротенькие. И такая же рубашка жакет стоит 3000 гривен. Вот такой принт. Вот такие пуловеры стоят 1200 гривен. Молочный, красный цвет, красные юбки короткие. Вот эта группа манекенов нам показывает красный свитер, кожзам брюки, кожзам кожа по-прежнему в моде. Кожзам брюки, они такие очень широкие брюки клеш, так
такая вот сумочка, дутик. Вот такие юбки широкие, расклешенные, с карманами. Стоит эта юбка 2000 гривен. Вот такие карманы и необработанный край. Широкая, видите, такая, как колокольчик. Жакет. Стоит он 3600 гривен, 120 евро. Вот еще такие юбки и укороченные жакеты. Кожзам или кожа, скорее всего. Ага, охрана висит, значит, это кожаный плащ. 12 тысяч гривен, 400 евро. Будете в черном плаще, как в матрице. Серьезно, особенно сочетание красного и черного. Уф, какое эффектное. Легкие принтованные юбки, рубашки. Вот такие. Вот еще куртка по типу рубашки пошита. 2300 гривен стоит. Вот такие туфли продаются еще по-прежнему. Сумки, смотрите, какие. Стоит 2000 гривен. 2300 гривен. Такой цветочный принт платьица. Здесь 2000 гривен. Такие легкие куртки. Можно как нижний слой под верхнюю одежду надевать. И вот такие плащи. 4000 гривен, 133 евро. Здесь, видите, так закругление, разрез такой. И вот такой плащ 5000 гривен. Наверное, уже пора пуховички покупать. 1400 гривен такая вот вещь под пол. Ну, в общем, девчонки пробежались. Мы бегом с вами по манго. Опять тут звенит. Мне везет. 3600 гривен. Вот такие вот черные и фисташкового цвета куртки. Вот еще такие курточки продаются, стеганые. Очень много дутых и либо же стеганых курток. Вот такая куртка с мехом. Стоит 3000 гривен, около 100 евро. И вот еще, смотрите, какие манекены и пальто внизу с бахромой. В общем, есть новая одежда. Возможно, вам что-то понравилось. Любите манго, зайдите, возможно, что-то примерите. И вдруг вам кто-нибудь подойдет. Вот мы дошли до этого объемного пальто. Стоит оно 6600 гривен. Где-то 220 евро. Вот такое все серенькое. Тут как-то скучноватенько в этом углу. 2000 гривен. 66 евро. То ли платье, то ли длинный свитер. Ну вот, друзья, мы быстренько пробежали с вами по магазинам. Как будто вы с подружкой забежали. Быстро посмотрели, что здесь интересного продается. И побежали дальше. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь, новенькие. Вам не трудно, мне приятно. С вами Татьяна. Пока-пока. Будьте здоровы, друзья мои.